Всем добра! Одним из лотов предстоящего мини-мини черного рынка почти со 100% уверенностью можно назвать советскую ПТ-шку 10 уровня Объект 268 вариант 5. Настало время посмотреть на эту машину поближе. Надо же понимать, стоит тратить на нее голду и свободку, или машина не стоит внимания. Погнали! Проект разрабатывался в начале 50-х годов. За основу был взят корпус от тяжелого танка Т-10, который в игре располагается на 9 уровне. А значит, об ультимативной броне корпуса говорить не приходится. Мало того, что он от танка уровнем ниже, так и на 9 уровне советский тяж особо броней не славится. Может, что-то в башне есть? Посмотрим на результаты, если наш объект встретится с другим объектом. Объектом 140, например. Коллизия наглядно показывает, что шансов на рикошет или непробитие практически нет. Это очень повезет, если вдруг какой-то снаряд не залетит с уроном. Так что эта машина не про броню. Может, эта машина про пушку? ПТ-шка же. Орудие устанавливается практически такое же, как на объекте 268 ветки прокачки. Хотя по названию вроде бы ближе пушка от ПТ ОМОНа, объекта 268 вариант 4. Но по параметрам видно, что это совсем другое орудие. Поэтому будем сравнивать с обычным объектом 268. Орудие очень похоже. Урон отличный. 750 единиц. При пробитии базовым бронебойным в 303 мм. Чуть хуже это орудие по другим параметрам. Чуть дольше перезарядка, чуть дольше сведение, чуть хуже точность. Зато есть башня. Башня полного вращения. За это можно расплатиться небольшим снижением характеристик орудия. И вот, в общем-то, и все. Больше рассказывать не о чем. По сути, это тот же объект 268, только с башней. Если вам нравится ПТ-шка из ветки прокачки, то вариант 5 может понравиться еще больше, так как открывает гораздо больше возможностей и геймплейных тактик. Она может отыгрывать роль и ПТ, и тяжелого танка. И я даже, может, поучаствую в аукционе на эту машину. Пока объект 268 вариант 5 наиболее интересный вариант из всех предполагаемых лотов. По крайней мере среди десяток. Пишите, что вы думаете про этот танк. Подпишитесь на канал. Если смогу получить эту машину в ангар, то попробую показать что-нибудь интересное в реальных боях. И всем добра!